Курс бесплатно стартует в Краснодарском крае уже 2 апреля. Основная цель обучения – помочь бизнесменам открыть свое дело или вывести уже существующую компанию на новый уровень. По мнению губернатора края, принять участие в программе полезно будет и руководителям муниципалитетов, их заместителям и главам сельских поселений. В целом, как отметил Вениамин Кондратьев, такие курсы помогут повысить качество малого и среднего бизнеса и увеличить их долю в валовом продукте региона. Малый и средний бизнес – это локомотив, я считаю, экономики нашего региона. Сегодня 800 тысяч человек заняты в малом и среднем бизнесе. И, конечно, это не предел, 35% в валовом региональном продукте мы сегодня имеем от малого и среднего бизнеса, а мы хотели бы 50%. Ну, мы планируем к 2030 году. Благодарны вам, что вы своими образовательными программами все-таки тоже помогаете малому и среднему бизнесу. И благодарны, что выбрали наш регион для того, чтобы прикладное значение показать нашим начинающим и уже существующим предпринимателям. Они должны почувствовать уверенно себя в сегодняшнем дне, не бояться завтрашнего дня, что по себе очень важно. И поэтому здесь, я думаю, благодаря совместным вот таким усилиям мы сможем этого достигнуть. Действительно, мы сегодня в Краснодарском крае это один из лидеров в стране по развитию малого и среднего бизнеса. Вот когда вы сказали, что 35% валового регионального продукта у вас создается малым и средним бизнесом, российское правительство об этом только мечтает. К 2030 году ставится задача, что в целом в России 40% ВВП создавал малый и средний бизнес, а вы себе ставите задачу 50%, да? Вот. Мы на благодатной почве, я думаю, как раз такие программы, как наша программа, которая улучшает предпринимательские навыки и будет давать уверенность в завтрашнем дне. Проект «Бизнес-класс» сегодня реализуется в 30 регионах России. Из 36 тысяч его выпускников почти 20% открыли свое дело в течение 3-4 месяцев. В основе программы – видеоуроки, вебинары, встречи с экспертами. Записаться на курс может любой желающий.